Слава Иисусу Христу! Во веки веков! Аминь! Дорогие братья и сестры во Христе, приветствую вас в нашей общине Божьего милосердия. Я с вами, отец Якуб. Начинаем нашу молитву в час милосердия. Читаем венчик Божьему милосердию святой Розарии. Особый день печальный, грустный, тяжелый. День, в которых Бог-творец сильно оскорблен был и есть нашими грехами. Где любовь ближнего, любовь Бога, кажется раздавлена, растоптана. Где тяжело понять, что и как. Поэтому мы с вами призваны в нашей общине Божьего милосердия быть вместе с милосердным Иисусом и умолять Его: помилуй нас, грешных, нас, грешных, нас, грешных. И просить смиренно, чтобы дал благодать какого-то благоразумия, чтобы приостановил все это. И как обещала нам святая сестра, и как обещала Богородица в явлениях Фатиме, читаем усердно Розарий, потому что знаем и уверены в этом, что вопрос войны мира, вопрос политический решается не на том уровне, а на уровне сердца и Розария. Поэтому достаем и смиренно делаем то, что наше. Строим мосты, не забываем, что в нашей общине есть братья и сестры, те, которые говорят на разных языках. Всех принимаем, всем хотим быть братьями и сестрами. Просим прощения, а с другой стороны принимаем прощение. Здесь мы хотим чувствовать себя дома. Здесь хотим чувствовать себя защищенными. Здесь Божья любовь и милосердие. Здесь мы в наших грехах и слабостях. Здесь Он, который нас очищает, ставит на ноги, подсказывает и утешает. Слова сестры Фаустины сегодняшнего текста такие радостные, надежные, насыщенные надеждой, пусть поддерживают и нас. Бывает 947. Частично только прочитаю, потому что текст обильный. Бывают целые часы, когда моя душа пребывает в изумлении, видя бесконечное величие, снисходящее до моей души. Я не перестаю внутренне удивляться, что Всевышний так благосклонен ко мне и сам мне об этом говорит. А я еще больше погружаюсь в свою нищету, потому что знаю, что я такая, кто я такая сама по себе. Но я должна сказать, что тоже безумно люблю своего Создателя. Каждым ударом своего сердца, каждым нервом моя душа безотчетно тонет, тонет в нем. Я чувствую, что ничто не отлучит меня от Господа, ни небо, ни земля, ни настоящее, ни будущее. Все может перемениться, но любовь никогда, никогда. Она всегда та же. Он бессмертный, всемогущий, дает мне познать свою волю, чтобы я особенно любила Его. И сам вселяет в мою душу способность к такой любви, какой он желает, чтобы я его любила. Я все больше погружаюсь в него и ничего не боюсь. Любовь заполнила все мое сердце. И даже если бы мне говорили о Божьем правосудии и о том, как даже чистые души трепещут перед ним, закрывают свое лицо и непрерывно повторяют свят. И если бы из этого следовало, что мое близкое общение с Господом якобы наносит ущерб его чести и величию, я бы сказала: нет, нет, еще раз нет. В чистой любви умещается все, и высочайшее почитание, и глубочайшее восхваление, и душа в глубочайшем покое через любовь погружена в него, а слова, доносящиеся снаружи, никак не влияют на нее. Нашей особой интенцией будет, конечно, сегодня, в течение этих дней, молитва о мире, примирении между народами, особым образом о мирном разрешении конфликта, приостановлении вот этих военных действий. Все бы, чтобы это, и чтобы за все жертвы вот этого конфликта.
Только в Господе наша радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Только в Господе наша радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Только в Господе наша радость, только в Господе мир, только в Боге мы сильны, Он рядом с нами, Он слышит нас, Он рядом с нами, Он слышит нас. Господи Иисусе Христе, славим и благодарим Тебя за дар Твоего присутствия, Твоей любви и Твоей общины, которую Ты создал из нас. Славим и благодарим Тебя за дар мира и покоя, которым нашими решениями нарушили. Славим и благодарим Тебя за то, что Ты оберегаешь нас, бережешь и хочешь привести, несмотря на наши грехи, к истинному покаянию, примирению. Хочешь нам дать еще раз свой мир и покой. Этот мир и покой Ты принес испуганным Своим апостолам после Твоей смерти и воскресения. У нас тоже очень много вопросов, тревог. У нас тоже есть неясность. Дай нам свой мир. Дай мир между народами. И просим Тебя в начале вот этой нашей сегодняшней молитвы. Просим Тебя справедливости и мире. Призываем словами святого Иоанна Павла II, молитвой, которую он прочитал в Хиросиме во время своего паломничества в Японию. Молитве о мире, о справедливости. К Тебе, Творец мира и человека, истинной красоты, возношу свою молитву. Услышь голос мой, голос жертв всех войн и всяческого насилия между отдельными людьми, между народами. Услышь голос мой, голос всех страдающих детей, которые всегда будут страдать, когда люди прибегнут к оружию и войнам. Услышь голос мой, когда я умоляю Тебе, привить в сердца всех людей мудрость, мира, силу, справедливости и радость общины. Услышь голос мой, поскольку я прошу от имени великого числа людей, которые в каждой стране и в каждом периоде истории не хотят войны и готовы идти путем мира. Услышь голос мой, дай нам способность и силу, чтобы мы всегда могли в ответ на ненависть нести любовь, на несправедливость полностью посвящать себе справедливость, на бедность давать то, что то от себя, на войну привносить мир. Боже, услышь голос мой и одари Твой свет своим вечным миром. Просим также во всех наших остальных интенциях. Гаду и надежду, Господи, укрепи в вере народ Украины.
Матинко Божья. Защити их от всех опасностей. Молимся за мир в Украине. Храни, Боже, народ Твой, разреши все конфликты мирным путем. Слей Твое милосердие на всех, защити нас. Божия Матерь, молись о нас. Спаси, Господи, просим, сохрани всех людей. Господи, мы любим всех русских, украинцев, Беларуси, из Беларуси, поляков. Благодарим Тебя за эту общину. Благодарим Тебя, Господи, что Ты с нами, что Ты победил уже зло на кресте. Пусть будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Разливай свое милосердие. Храни нас от всякого зла. Просим за скорейшее урегулирование конфликта на Украине. Господи, благодарим Тебя за все. Спаси, сохрани. К Тебе, Творец мира, человек, возносим нашу молитву. Просим за нашу общину, милосердие Твое. Господи, прими нас, нашу общину, молитву о мире, будь милосерден к нам и ко всему миру. Да, Господи, чувствуем себя на перекрестке миров. Хотим быть для всех и со всеми. Мы хотим быть против ненависти, против зла, против лжи, против всего этого, что приводит к войне. Там, где я нету, ты с людьми страдаешь. Там, где ненависть, там, где зло, там, где ложь. Там тебя нет. Просим, останови сердца людей. Закрой их на действие сатаны. Дай им радость мира. Просим также за Филиппа в день рождения, дарах Духа Святого, поддержи его, за его папу Рональ, в исцелении, за всех близких, родных. А нам дай прощение наших грехов. Все мы согрешили, все. Просим также в всех наших ежедневных интенциях, молитвах. Просим за детей. Детей из нашей общины просим за Егора, Веронику, Алису, Веронику, Настю, Владимира, Михаила, Дмитрия, Полину, Сашу, Ваню, Соню, Мишу, Дмитрия, Настю, Донателлу, Петра, Леонида, Данилу, Луку, Жанну, Глеба, Кату, Настю, Вову. Просим за детей в районах конфликтов, конфликтных действий, военных действий. Сохрани, береги их, чтобы не смотрели на этой ненависти, чтобы не учились этому, чтобы зла не видели, чтобы сердце сохранили чистоту, нежность. Просим за молодежь, Господи. Просим за всех тех, которые смотрят на это, которых, может быть, призовут в армию, за ребят, которые где-то там находятся на полях. Господи, так сложно. Дай им, Господи, какое-то чувство совести и ответственности за то, что делают. Брат на брата, чтобы не поднимал руку. Просим за Алексея, Дарья, веры глубокой. Радости служения в церкви, за Романа, за учебу его. За служение, за веру. Просим за Анну, Лису, Дениса, Анну, Сергея, Андрея. Филиппа, Тимура, Андрея, Антона, Екатерину, Илью, Олю, Анастасию, Ангелину, Ивана, Вадима, Себастьяна. Просим за Макса, всех инвалидов. Просим, Господи, за священнослужителей, особым образом тех, которые несут ответственность за христианские конфессии. Господи, дай им чувство ответственности за свою паству. Просим за наших епископов, священнослужителей, всех этих священников, которые где-то там остались, чтобы быть сострадающим народом. Просим за монашествующих катехизаторов, наши приходы, общины.
тех братьев и сестер, которые подключаются в наши молитвы и молятся, и будут вместе молиться с вами, с нами, но находятся в зоне вот рискованной опасности. Братья и сестры, вы с нами в наших молитвах особым образом в эти дни. Мы с вами. Просим за семинаристов, просим за семьи, просим за всех тех, кто сегодня каким-то образом отмечает свой день рождения, Филиппа, других. Просим за всех болеющих, кто болеет онкологией, за Людмилу, Светлану, Андрея, Веронику, сестру Наталью, Дашу, Викторию, Мэри Джейн, Марину, Татьяну, Макара. Просим за также за Василия, Алексея, об исцелении для Елены. Просим за Юлиана, дары речи для него. Просим также за первые жертвы вот этих конфликтных действий. Просим за усопших. Павла, Павлину, Стефана, Марию, Антонию, Елизавету, Казимира, Елену, Тадеуша, Болеслава, Мячеслава, Яна, Яцка, Марию, Тересу, Едвику, Григория, Давида, Аллу, Пелагию, Валентину, Владимира, Геннадию, Анатолию, Наталью, Зинаиду. Господи, за наших священников, монашествующих, новые призвания. Просим за Алену, помоги, Господи, справиться с долгами. Просим об ее выздоровлении. За Вадима просим, чтобы образумился как-то, встал на путь обращения новой жизни. Исцеление Гюльнар, Татьяны, Екатерины, Анны, Людмилы, Галины, Михаила. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марии, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего, оттуда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение плоти, жизнь вечную. Аминь. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву, тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру, ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий. Будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебя в жертву тело и кровь, душу и божество
возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира, ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Отче предвечный, приношу Тебе в жертву тело и кровь, душу и божество возлюбленного Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Ради Его страданий, будь милосерден к нам и ко всему миру. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас и весь мир. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Кровь и вода, которая истекла из святейшего сердца Иисуса, как источник милосердия для нас, уповаем на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Иисус, уповаю на Тебя. Святая сестра Фаустина, молись о нас. Святой Иоанн Павел II, молись о нас. Блаженный отец Михаил Собочко, молись о нас. Святые Владимир и Ольга, молитесь о нас. Души усопших верных по милосердию Божьему да упокоятся в мире. Аминь. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. От мора, голода, огня и войны избавь нас, Господи. От внезапной смерти избавь нас, Господи. Мы, грешники, Тебя, Бога, просим, услышь нас, Господи. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Продолжим нашу молитву, читая святой Розарий.
ходатайству Фатимской Божией Матери. Просим, чтобы Господь приостановил все это несчастье, которое где-то там происходит, эту ненависть, эту зло, эту ложь. Просим также, чтобы непорочное сердце восторжествовало над всяким злом, замыслами. И в наших сердцах, в наших общинах, в наших народах. Читать будем тайны светлые святого Розария. Верю в Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, в Иисуса Христа, единственного Его Сына, Господа нашего, который был зачат от Святого Духа, рожден Девой Марией, страдал при Понтии Пилате, был распят, умер и был погребен, сошел в ад, в третий день воскрес из мертвых, вошел на небеса и восседает одесную Бога Отца Всемогущего. Туда придет судить живых и мертвых. Верую в Святого Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение святых, прощение грехов, воскресение, плоть, жизнь вечную. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою. Благословена ты между женами и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Первая светлая тайна – крещение Иисуса в реке Иордан. Че наш сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающих. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего, приведи на небо все души,
особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Вторая светлая тайна. Брак в Кане Галилейской, Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающий. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Третья светлая тайна – провозглашение благой вести, призыв к покаянию. Просим, Господи, смиренно за семью Дмитрия, который просит, чтобы Ты, Господи, защитил его детей, Рената, Святослава, Олю, их маму, бабушку Анну. Все они проживают во Львовской области. Очень боятся, Господи, наполни их мужеством. Дай нам мир. Укрой нас, Богородица, своим покровом. Вымоли нам грешным мира. Дай здоровье больным, Божьей благодати всем. Мире для Украины просим во всем мире. Смилуйся над всеми нами. Услышь нас. Дай нам мир, просим, умоляем. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобою, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария без греха первородного зачатая, моли Бога о нас, к Тебе прибегающих. Мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Четвертая светлая тайна преображения Господне. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. В этой четвертой тайне будем молиться за всех умирающих, Господи, которые встретятся с Тобой в ближайшее время вечности. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с Тобой, благословен ты между женами, благословен плод чрева Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.
Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами. Благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога нас, к тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в твоем милосердии. Пятая светлая тайна. Установление Евхаристии во время Тайной Вечери. Просим, Господи, за всю семью Дмитрия Гурского. Просим, Господи, за внука Регины с семьей в Славянске. Просим за всех наших родных, которые где-то проживают в зоне конфликтов. Просим за всех усопших родителей, родных, близких, усопших прихожан, священников, монашествующих, одиноких, бездомных, погибших на Украине. Все души в чистилище. Господи, да пошли нам ангелов-хранителей. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобой, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословена ты между женами, благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. О Мария, без греха первородного зачатая, моли Бога нас, к Тебе прибегающий. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня преисподнего. Приведи на небо все души, особенно те, которые больше всего нуждаются в Твоем милосердии. Помолимся за святейшего Отца Папу Франциска, за всю Церковь Святую. Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица, не презримай ли не наших скорбях наших. Мы от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева Преславная, Благословенная, Владычица наша, Защитница наша, Заступница наша, с Сыном Твоим примири нас, Сыну Твоему поручи нас, к Сыну Твоему приведи всех нас. По ходатайству святого Иосифа,
Просим о защите, за всех священнослужителей, новых святых пастырей. Особым образом, чтобы святой Иосиф защитил церковь свою. Там, в этих местах, где сейчас продолжаются действия. К тебе, святой Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях, уповая на твое могущественное покровительство. Ради твоей любви к младенцу Иисусу, Пресвятой Богородице, молим тебя, милостиво возри на наследие, которое Иисус Христос приобрел ценой своей крови. Помоги нам, могущественный покровитель, в нуждах наших. Мудрый хранитель святого семейства, защити избранный народ Христов. Любящий Отец, сохрани нас от всяких опасностей, заблуждений, поражений в борьбе, которую мы ведем против сил тьмы. Подобно тому, как некогда ты спас младенца Иисуса от смертельной опасности, так и теперь сохрани святую церковь от козней вражеских, от всяких бедствий. Прости над каждым из нас свой надежный покров, чтобы по твоему примеру, с твоей помощью, мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь. И просим о предотвращении, о прекращении распространения эпидемии коронавируса. Боже, Отче наш, с упованием молим Тебя о прекращении распространения эпидемии, о ее скорейшем преодолении. Просим Тебя о возвращении здоровья больным, о мире милосердия в регионах, подверженных эпидемии во всем мире. Прими свое царство усопших, утеши их родных и близких. Поддерживай, защищай тех, кто борется с вирусом, помогает больным. Всем нам даруй благоразумие и солидарность, Господи Иисусе. Ты врачеватель души и тела, мы чувствуем себя беспомощными перед глобальной угрозой эпидемии, но уповаем на Тебя и просим, даруй нам мир и здоровье. Пресвятая Богородица, храни нас и защити своим покровом. Веди нас в любви к Твоему Сыну, нашему Господу Иисусу Христу. Аминь. Святой Себастьян, молись о нас. Святой Антоний Падуанский, молись о нас. Святой Карл Боромео, молись о нас. Святой Дамьян де Вюстер, молись о нас. Святой Рох, молись о нас. Святая Франциска Римская, молись о нас. Святая Розалия, молись о нас. Святой Рикардо Пампури, молись о нас. Блаженная Маргарита Моли Джентиля Джусти, молитесь о нас. Отче Небесный, заступничеством слуги Твоего Федора Газа, святого доктора, заступника страждущих и заключенных, молим Тебя, даруй исцеление больным, милосердие, мужество и защиту от заражения, помогающим в страданиях память о Христе пастырем, мудрости и заботу о людях, мирским властям, всем нам усердие делать добро. Тебя, даровавшего слуги Твоему доктору Газу, самоотверженную любовь и милосердие к страждущим, молим прославить его в сонме Твоих святых, чтобы явить в нем образец преданной Богу жизни, христианского служения ближним, через деятельность страданий к больным, бедным и униженным, через Христа Господа нашего. Аминь. Дорогие братья и сестры во Христе, всем большое спасибо за совместную молитву. Продолжается наша индивидуальная молитва в такой форме, в которой хотим, чтобы она и была. Можно присоединиться к Бианской Новенне, можно к другим общинам где-то, там, где будут инициированы были тоже какие-то молитвы. С нами мы будем молиться, как обычно, каждый день в 3 часа читать Святой Розарий и венчик с другими молитвами о мире и примирении между народами. И вечерняя месса тоже в этом духе. Поэтому приглашаю вас всех сегодня в 6 часов вечера, завтра в 3 часа дня венчик, розарий, а затем вечером в 6 часов месса. Папа Франциск попросил нас, чтобы мы, все верующие, все, кому дорога цена, дорог мир на Украине, чтобы мы все объединились в общей молитве пасту 2-го дня месяца марта, но это будет пепельная среда. Конечно, это все вместе, но можно подумать, чтобы и завтра тоже пятничный день, какая-то форма тоже поста в интенсии о мире для мира тоже с нашей стороны была в индивидуальной, конечно, форме с молитвой. Сам Иисус сказал, что некоторые нечистые духи изгоняются молитвой и постом. Давайте поверим, что эти сами наши самоотречения тоже имеют свой смысл и значение. Попросим, чтобы Господь поблагословил нас сейчас пресвятыми дарами. Эту тайну пресвятую славим в поклонении, древнее установление новым упраздняется,
Наша вера восполняет чувством недоступное. И родитель, и рожденный вешних возвеличатся, им держава, честь и слава, и благословение, исходящие от обоих, с ними да прославится. Аминь. Ты послал им хлеб небесный, все радости в себе содержащий, помолимся. Боже, в чудесном таинстве Ты оставил нам память Твоих страданий, молим Тебя. Помоги нам так почитать священную тайну тела Твоего и крови Твоей, чтобы мы постоянно ощущали в себе плоды искупления. Ибо Ты живешь и царствуешь с Богом Отцом в единстве Духа Святого, Бог во веки веков. Аминь. Misericordias Domini, in eternum cantabo. 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 Misericordias Domini, in eternum cantabo.